Сегодня мы проводим на стадионе «Динамо» областные соревнования среди подразделений Федеральной противопожарной службы по жалко-крикодному спорту. В данных соревнованиях участвует личный состав подразделений Федеральной противопожарной службы, которые располагаются как в городе Бузулуке, в городе Орске и в городе Оренбурге. Цель соревнований – агитация пожарно-прикладного спорта и подготовка к чемпионату России, который пройдет в Оренбурге в августе этого года. Сборная Оренбургской области возлагает на этот чемпионат большие надежды. Ребята хотят подняться на ступень выше и улучшить свой результат. В прошлом году мы среди 86 субъектов Российской Федерации по рейтингу были 16-ми. В начале 2000-х мы поднимались и выше, там мы были в десятке сильнейших России. Потом был немного провал, в общем, в команде там. Сейчас мы стабильно где-то вот 15-16. То есть надеемся, в этом году у нас будет чемпионат России в Оренбурге проходить в августе месяце. И мы надеемся подняться гораздо выше, чтобы там десятка сильнейших попадает на зимний чемпионат России. Вот мы готовимся добраться туда. Я с ребятами был в Германии, в Хорватию ездил, в Финляндию, в самый первый чемпионат. Великолепная бригада, тем более из детей же потом вырастают же настоящие специалисты. Пусть не офицеры, но спортсмены классные. Классных спортсменов решили сделать и из девушек. С этого года прекрасная половина сотрудников МЧС тоже участвует в соревнованиях. Ольга Домахина работает диспетчером. О настоящей работе пожарного слышала только из рассказов своих коллег. А тут возможность испытать все на себе. Готовились упорно, каждый день тренировались. Тренерский состав с нами занимался. Помогали также мальчики, которые уже давно занимаются этим видом спорта. Конечно, сначала не получалось у нас у девушек, и мальчики над нами смеялись, но сейчас вроде бы ничего, стало лучше получаться. Год за годом пожарно-прикладной спорт становится более масштабным. В этом году к парням присоединились девушки, а в перспективе вообще сделать этот вид спорта олимпийским. И первые шаги уже сделаны. Заявка направлена в Олимпийский комитет. Надеемся на это, поэтому и пожарно-прикладной спорт так развивается. Алена Блеч, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.